Золушку. Угу. Понятно. То есть, а теперь еще разочек. Давайте мы с вами суммируем. Итак, мне понравилось. Мне понравилось, когда мы читали, исправляли свои ошибки, писали. Еще мне понравилось, как мы читали Золушку и нас снимали. Понятно. Арина, а тебе что понравилось? Мне понравилось читать, писать, исправлять ошибки. И еще, когда вы снимали, и мы читали выразительно Золушку. Понятно. Саша, а у тебя какие воспоминания? Мне понравилось тоже читать, писать, решать головоломки и запоминать слова. Скажите, пожалуйста, а много слов новых вы в этом полугодии запомнили? Да, очень много. А что касается текстов, какие тексты вам более всего понравились? Золушка. Золушка. А почему она вам больше всего понравилась? Потому что мы по ролям играли. Потому что она интересная. Да, потому что играли по ролям. А то, что это было уже другое, ну, то есть читали не по-русски, по-английски. Да. Ну что, друзья мои, я единственное могу вам сказать, что я очень рада, что вот наше занятие, которое с вами происходит уже второй год, приносит такие результаты, именно ваши результаты. Я очень рада буду с вами встретиться уже после Нового года. И желаю вам Happy New Year!